Колени прямые, носы из тебя. Ноги прямые. Колени согнуть. Колени сгибай. Сейчас колени положите. Руками смотри. Вначале может быть упражнение, это не упражнение, чисто растягивание. А, это тоже касается так, что ладони. Так, пожалуйста, растягивай. Плечи вперед. И если ты легко подвинешься. А теперь как я напитывал, ты делал как я. Ты тоже одновременно рукой хватался. А сейчас хватишь одновременно. Ну, как можно дальше сюда, на полную ступню. Вторая еще быть нога, тебя так полу на контуре. А, это полный вот этот. Да, понятно. Ну, да ладно. Ноги полный вот пытаемся сделать. Я тоже забыл. Я полный вот. Я пытаюсь твою побыть сюда. Первая ладно, вторая. Ну, а у тебя поднимет, вперед выше и сиди. Ну, видишь, ты уже никогда не сидишь вообще. Все там сидишь вообще. Не идеально, конечно, не сидишь. Идеально, вот сука, надо. Я больше не даю. А, бабушка. Просто в длину вытягивай. Снова вытягивай. Вторая сбоку.
нога прямая, носочки себя. Сейчас закрывается от земли. Открывается? Да, открывается. Пальцы вперед, потом взять. Можно даже взять тут здесь. Сейчас закрывается от земли. Носок у себя сильно. Нога выпрямлена. Носок пять на себя. Да. Так получается. Поменяли ноги. Ножки перед собой, ножки для себя, наклоном, напрямая. Это же все стильные. Напрямая. Солнце, спина, на солнце. Захватывай носки в колени. Хорошо. Военного держит положение. Одна нога вперед, сухая, колено по 90 градусов. Тому колено солнце 90 градусов, хотя 90 градусов. Носок можно тянуть, наклон перед ноге. Между ног на кофе 45 градусов. Есть такое. Наклон бок. Боком бок. Рука здесь помочь ладно. Я твоя рука просто за забор не могу, да. Назад.
sabe? Todo por aquí. Ya. Если получится купить стороны, я тепло и все сюда между ног. Получается, садись, да? Положи. Да. Нет, так положи, да. Нет, я тебе я все. Ну да. Круто. Да, так нет, не где-то снять принесу. Стараемся подключать про на мячике, прогнуть вокруг мячика. Руки поля толщина. Надо ставлю корпус и тогда сбоку. Чуть спустился. Следующая кнопочка. Протянул, прогнуться, да, и там вверху все гнется. Чуть-чуть. Взять вес, увернуться и сильно плечо плохо прижать к следующему другому плечу. Растягиваем плечо в другую сторону. Ставим руку два последних ставим. Хорошо. Рука через две. Второй рукой лица. Так, вот, стоп. На ком корпусе сейчас управляемся? Я тебя зову. Другую руку. Немного. Так, ты легко даешь. Ручки вытянуть. Что ты мне там даешь? Еще. И назад. Прогибаться желает на... Нет, не здесь прогибаться. Желает прогибаться здесь, а здесь забежать его напрямую. Грубо только одни лопатки прижимаем все. Хорошо. Давай, где-то там. Ну да, не спать. Вот там. Ну да. Ну да. Ну да. Ты не заслужили что? Ты не заслужили еще какой-то. Ну, что не пой, что мы. Какой поезд заслуженный? Будущее надо. Я в карате не занимаюсь. ММА. Ручки максимально длинно и назад. Как бы стараемся лопатку можно дальше назад завести это. Круг как и вперед утопнуть. Если очень широко и слегка замочить назад, значит поуже возьми. Чуть поуже. Руки не сгибая. Все, не сгибая, опускаем. Грудную клетку обоскрываем.
все, что будет очень легко прожить. Не очень тяжело прожить. Танцеваем в длину. Разворачиваем, взяли так пояс. Видишь, как я взял? Обратно вклад. Да. Стараюсь максимально вернуть ладони назад. За счет поворота в плечах. И с лопатки разворачиваем. И сначала начнем разворачивать грудную клетку. К лопаткам скручиваем, чтобы туда с ладони вернуть назад. А теперь еще в этом же положении поднимаем назад руки. Хорошо. Взяли уже пояс. Смотри, видишь, я беру вот отсюда. Смотри, беру вот отсюда хватает. Смотри, вот отсюда хватает. Вот, да, поуже взяла. Еще уже. Теперь поворачиваю руки. Да. И теперь тоже пытаюсь развернуть лопатки. Лопатки сворачиваю. Сначала просто развернуть. Ну, смотри, ну, двойной тебя назад не смотришь. Ты можешь назад тебе свернуть. Да, лоло, еще сильнее свернуть. Чтоб мизинцы посмотрели друг на друга. И потом в этом положении уже назад пока. Так, теперь берем максимально узко. У меня ширина таза, ты можешь вообще рука в руке поставить на самом деле. Может быть, даже можешь руки ступить спиной. Ну ладно, как руки отдам. Вот. Разворачиваем лопатки. Теперь назад. Теперь подошла к стене, поставила руки. Сейчас вот сюда, один голову. Ты чего ходишь? Не, вот эту. Давай, я тебе вот эту. Значит так, вот мы все сделали, ручки максимально вперед, взять в руки две палки, ну вот не широко, все не широко возьму, и сильно вперед выталкиваем руки, как бы дальше отверстие мы клетки, но не через верх не так вот, а снизу вот так вот, пить плечо, пить плечо, плечо, и я тут прям так толкаю, чтобы лопатки раздвинуть, и вверх раздвинуть. А теперь как бы рисуем там цилиндр. И другую сторону цилиндра сюда. Стараемся как бы таким образом вытягивая. Хорошо. Хват обратный. Так, руки вытянули через вперед. Теперь вращаем цилиндр сюда. Другую сторону. Хорошо. Теперь руки вертикально, одна друг по другу. Максимально легко оттянут уже. Кулаки хорошо делают. И все, все время. Другую сторону. Мы не просто вытягиваем, мы что-то разрабатываем, вот это положение вытянутым. Чтобы лопатки были подвижны. Ну и вообще почему позже. Опять вытянули максимально. Сейчас другую сторону. Хорошо. То почти то же самое. Взяли сзади палочку вот так. Подняли максимально назад. Максимально можно дальше от себя. Потянули вверх. Теперь рисуем цилиндр. Другую сторону. Хорошо. Нам нужно не просто, чтобы растяжка была, а чтобы мы там работать смогли другое. Мы поэтому там разрабатываем вот это положение. Опять. Обратным хватом. Подняли максимально вверх, как можем. Дальше от себя. И рисуем цилиндр.
Me gusta. Взяли палку, отпустили сзади за головой как можно ниже. Рисуем другую сторону. Взяли обратно платом. Взяли палку вертикально, взяли широко ее, смотри дальше от себя, ее отстранили. И суть не любит. Другую сторону. Руки. И смотрим под себя. Приступим, да? В другую сторону. Хорошо. Пока отложили палку. Руки на ягодицы сзади, или можно выше на ягодицы, как удобно. Сначала сильно плечи опустить вниз и в сторону тянуть, там плечи. А теперь сводим с плеча нити лопатки, локти так, чтобы зеркало локти стороны видно. Такой же ближний угол, дальше длиннее. Грудную клетку при этом сворачиваем. Как проложить пока вперед. Связываем пояс. Ну, давай так. Да, вот еще поуже надо. Потому что у девочки еще поздняя топочка, поэтому, да, так много пол. Теперь кладем пояс так, чтобы, ну, стараемся положить вот так, чтобы он выше локтя был, но как можно ближе к нему. Стараемся взять как можно шире палку. То есть как можно шире палку взять, еще можно шире. Теперь стараемся выпрямить руки. При этом получается, что лопатки у нас растягиваются, потому что локти сужены узко. Вперед. По 45 градусов. И вверх. И по кругу, как пловер. Наклоним постарать, досчитав до 100, расслабить спину, тянуть стоп и все. Все.
поставить доска? Ну, мне очень больно, я торопился.